Доброе утро всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Такая моя большая дружная семья. Хочу поблагодарить каждого, кто с нами, кто помогает нам постоянно, новых подписчиков. Спасибо вам большое, искренне большое спасибо за все спасенные лохматые души. Только благодаря вам, я всегда говорю, мое дело маленькое. Только благодаря вам мы можем лечить собачек. Благодаря нашему замечательному чудо-доктору мы ставим всех собак на свои лапки и вертаем их полноценной жизни. Но это опять происходит все только благодаря вам. Благодаря вам, вашей помощи и за то, что вы чувствуете, переживаете, сопереживаете, пишете комментарии. Спасибо вам большое искренне за все теплые комментарии, которые вы пишите в наш адрес. Вы видите, вы все видите сами своими глазами. То есть все, что происходит в этом городе и в нашей жизни, оно все реальное. Мы не берем картинки с интернета, мы не скачиваем картинки с интернета, но у нас все истории – это реальная жизнь нашего такого городка, в котором эти создания не нужны, в принципе, никому, кроме меня. Поэтому люди города звонят, обращаются, меня все здесь прекрасно знают. Поэтому я как бы хочу сказать вам, что да, вот такая напасть. Напасть у нас не получилась, что вот прям Веня как будто нам открыл этот Новый год. У меня ни один год такого не было, я расскажу вам предысторию. Моя такая большая дружная семья, и послушайте, пожалуйста, насколько все, когда это начиналось. Это начиналось 9 лет назад. Вот, опять же, я хочу поблагодарить свою дочку Машу за то, что она мне привела любовь именно к собакам. Я была кошатница, рьяная кошатница, я не раз об этом говорила. Но я и сейчас кошечек не обижаю, но, к сожалению, нет у нас кошачьего приюта, но по возможности мы их все равно спасаем и помогаем. Вот, а именно Маша у меня как бы несла в дом все живое. Ну и когда у нас в семье появилась первая собака, я поняла, что, блин, ну, собаки – это такие существа, которые тебя любят всегда, вечно и бесконечно, в отличие от людей, которые в своей жизни в большинстве очень много предают, подставляют. Поэтому собаки – это радость, это любовь, искренняя любовь, честная, бескорыстная. Несколько слов хочу сказать, что Гришеньке провели операцию по стабилизации позвоночного столба с пластинами, с индивидуально заказанными пластинами. Сумма операции 51 766 рублей. Грише провели операцию хирург-онколог клиники. Сумма операции 23 тысячи, девочки, не хочу врать, тоже там 400 с копейками рублей, там в анонсе, в ролике написано. Вот. У Максима была сложнейшая операция, говорю сразу. Новое образование уже приросло к правой почке, от чего началась деформация этой почки, кистообразные образования, и плюс рядом была очень большая артерия. Но, слава Богу, спасибо профессионалам, людям вообще этой клиники, большим профессионалам своего дела. Спасибо за все то, что все прошло хорошо и удачно. Сейчас отправили анализы на гистологию, и Николай Николаевич уже приехал, и сейчас, как придут только результаты гистологического исследования, приедет товарищ нейрохирург с Москвы, и будут делать Максиму операцию на позвоночнике, на позвоночном столбе, и удалять, также ставить пластины и удалять, потому что Максим ходит, слава Богу, но он ходит дугообразно. Вот, будут убирать компрессию и доставать осколки от позвоночника. Сумма операции будет варьироваться где-то в пределах 60 тысяч. Это будет отдельный ролик. Я буду надеяться, конечно, на вас, на вашу помощь. Мы в клинике уже в долгах, к сожалению. А в этом ролике я обращаюсь ко всем к вам. У нас катастрофически нет финансов. Я давно не просила у вас.
Мы сейчас открыли неделю полтинника, неделю стольника. А я давно не просила у вас финансов на питание. У нас реально нету финансовых средств, потому что клиника – это очень много. Много денег, много финансов. В двух словах скажу, что Ника уже в семье. Подписчица с Рязани забрала Нику. Ярик едет в понедельник. Ярик едет на следующей неделе в Москву в семью. Также у нас забирают Ричи и Лиса. Это уже Москва. Спасибо Марианне за то, что возобновила платный пиар наших собак. Я надеюсь, что за лето все наши собачки обретут семьи, дома, любящих родителей. Я очень на это надеюсь. У нас уехала Азочка в Воронеж, в город Россош. Это 400 километров. То есть все, что это... Все я делаю практически сама. Вы видите мои поездки, да? Я езжу практически постоянно. Спасибо моим волонтерам, которые постоянно находятся в приюте. За это им тоже большое, огромное спасибо. По поводу последней девочки Миланы. Николай Николаевич сказал, что это самое жестокое и самое страшное. Собака в плане того, что как она вынесла беременность, никто не понимает. Оперировал ее Николай Николаевич уже поздно ночью, потому что времени ждать было нету. Утром Милана могла бы уже родить. Но, к сожалению, вы сами понимаете, что в таком состоянии собака вся в потертостях, в пролежнях. И, в общем, успели вовремя сделать кесарево сечение, так скажу. Вот. И результаты рентгена Николая Николаевича, просто видавшего вида все, его поразили. Собачка, да, до года Милана, очень ласковая, очень, он ее зовет Milky Way, очень ориентирована на человека, но при всем при этом у собаки лежит пуля, это воздушка, Николай Николаевич сразу сказал. И плюс собаку били, именно били, потому что у собаки перелом грудного отдела позвоночника и перелом позвоночного столба. В общем, наша Милана – это 100% инвалид. Я просто представляю картину, как бедная собака вообще все это пережила. Для меня это страшно. Откуда берутся такие нелюди? Как можно бить собаку и какими изощренными способами, чтобы оставить ее глубоким инвалидом? Ну, мы будем бороться за Милану. Мы будем собирать еще деньги на коляску обязательно. В следующих выпусках вы обязательно все увидите. Простите меня за мои слезы, но мои эмоции. Но без эмоций, без слез невозможно жить. Понимаете, люди, которые не испытывают эмоций, слез, это не те люди. Я считаю, что у этих людей нет все равно души. Каждый человек, который любит животных, он всегда эмоционирует. Он всегда все равно будет плакать, что-то переживать, сопереживать, а не говорить это с холодной душой и с холодным сердцем. Нет, так не бывает. Поверьте мне. Слезы, они всегда рядом. И эмоции, мы эмоциональные люди, мы душевные люди. Моя такая большая дружная семья. Я обращаюсь к вам, к каждому. У нас проблемы с финансами большие. Я не могу оставить приют. У нас 87 собак. Я очень прошу каждого, мы открываем неделю стольника, помочь нам собрать денежки на питание. Я очень надеюсь на вас. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.